Ну и пока у нас есть с вами небольшая пауза, давайте подготовимся к Новому году основательно. Есть уже у нас привычка вести кулинарную рубрику во встречах Рязани и Звезды. Сегодня мы поговорим о классике новогоднего стола, об оливье. Ручки, блокноты, я думаю, при вас. Ну, давайте назовем это оливье на скорую руку. Отвариваем картофель, морковь и яйца, нарезаем их кубиками, смешиваем ингредиенты, добавляем мелко нарезанный зеленый лук и укроп, приправляем черным перцем и майонезом и ставим в холодильник. Ну а соленые огурцы и горошек также попадают в состав хоккейного клуба «Оливье», но уже перед самой его подачей на стол. Соль, перец, конечно же, по вкусу.